Friday, the 13th. Всем привет, ребята, вы на канале Crypto Commons. Что же нам принесет эта пятница 13-я? Вот она уже в полном разгаре, собственно, идет. И пока что мы видим, что лебедь-то оказался белый, а не черный. Как мы с вами и говорили, и на часовом таймфрейме биткоин у нас находится в параболическом росте. И прямо сейчас тестирует сетку EMA Ribbon как поддержку. И уже отскакивает от нее. На 4-часовом таймфрейме, однако, мы еще не опускались до этой сетки. Но, как мы видим, она также перевернута в бычью сторону и выступает как поддержка. Соответственно, что мы можем ожидать, это в любой момент спуск туда, в зону этой сетки. Если мы вдруг с текущих начинаем падать, то это 18200 потенциальные, или даже закол ниже 18 тысяч. Если все-таки мы сейчас продолжаем рост, что вероятно происходит по тренду, тогда и сетка подтянется выше, но потом все равно в какой-то момент мы к ней спустимся. Либо туда же, где сейчас, либо чуть ниже уйдем. Поэтому я бы сейчас не торопился на всю котлету лонговать в большом плече, если вы не впрыгнули, конечно, в сделку где-то внизу, вот здесь вместе с нами. Что по моим сделкам, друзья, я их пока держу, плавно разгружаю. BitDAO, как вы знаете, я разгрузил уже почти полностью, 21 тысячу бит забрал. А остальные сделки пока что еще только начинаю забирать прибыль. Вот по биткоину тоже буду сейчас забирать прибыль, наверное, частично. Но еще хотел вам сказать про BitGet. Ребята, на BitGet у нас сейчас идет соревнование. Специальное соревнование для подписчиков Crypto Commons от биржи BitGet с призовым фондом. Вот сейчас он 1000 USDT, но, скорее всего, он вырастет до 2 или до 4 тысяч. Призовые места, как вы видите, вот первые $350, второе 200, они тоже, соответственно, будут расти. И участников нас пока всего 8 человек. Вот, вот как вы видите, уже кто-то на первом месте, я на втором. Короче, очень высокие шансы победить. Буквально 100% шансы победить, если нас с вами будет так мало. Поэтому участвуйте. Единственное, что у нас вышла небольшая осечка со ссылкой на это соревнование. Короче, у кого-то не получается зарегистрироваться. Если вдруг у вас не получается зарегистрироваться в нашей команде, то сделать нужно следующее. Сначала перейти по нашей ссылке на биржу BitGet и зарегистрировать там новый аккаунт, а после этого уже перейти на страницу соревнования и попробовать еще раз вступить в команду. Должно получиться. В общем, ребята, конечно же, тут нужно держать сейчас нос по ветру и ухо востро, потому что, смотрите, Litecoin пробивается из этого восходящего клина наверх. Но в любой момент может быть все что угодно, поэтому нужно ставить стоп-лоссы или забирать прибыль частями. В общем, все, как мы всегда с вами и делаем. Вот, теперь немного теханализа из крипто-твиттера. Посмотрите, перед вами паттерн восходящий клин. Это очень медвежий паттерн, и статистически он всегда пробивается вниз. Посмотрите, идеально как по учебнику. Цели из этого паттерна, как вы можете видеть, $70,000. Короче говоря, переворачиваем график, и вы все правильно поняли, ребята. Это бычий прогноз. Просто нас настолько приучили с вами за этот год уже мыслить по медвежьи и шортить, что вот такие штуки более понятны, наверное, большинству сейчас будут. Ну а кто не верит, ребята, в будущее биткоина, просто вот вам напоминаю, что в Венесуэле бумажные деньги просто уже выбрасывают на помойку, потому что они не стоят ничего. И это, к сожалению или к счастью, но это ждет любую фиатную валюту, ребята, и доллар даже не исключение, потому что неконтролируемый печатный станок вот к чему приводит. У биткоина, как вы знаете, невозможно неконтролируемо включить печатный станок, биткоинов всего будет 21 миллион, весомая часть из которых навсегда утеряна или заблокирована, поэтому биткоин — это самый дефицитный товар, ребята, в отличие от фантиков, за которые мы его покупаем. Вот, а по поводу TRDR сигнала, я вчера писал в телегу, кто подписан к нам в телегу, тот в курсе, здесь загоралась красная стенка на продажу, но ее убрали, посмотрите, ее вынесли, ну ее выкупили просто тупо, поэтому пока сигнал отменяется. Я говорил, что это был первый тревожный звоночек, типа на short scalp, но пока нет. Пока его нету, но он в любой момент может появиться, потому что уровень-то, посмотрите, на самом деле сильный. Мы вернулись снова вот в этот канал цены, где очень долго находились, достаточно продолжительное время. Мы снова возвращаемся сюда и можем здесь увидеть некое сопротивление. Вот. Но отдаляясь подальше, как вы видите по вот этим желтым сигналам, здесь у нас было локальное дно абсолютное, здесь был также локальный потолок. И пока у нас этого желтого сигнала на локальный потолок не было, поэтому ждем. Если будет что-то вот такое, и он загорится, я обязательно скину этот алерт в телеге, поэтому проверьте подписку на наш телеграм-канал, ребята, чтобы не пропускать важные уведомления. Вот, а также на нашем втором канале Crypto Commons 2.0 вышло свежее видео Кевина Свенсона о том, что у нас случился долгожданный пробой по RSI. Посмотрите его обязательно, сейчас оно появится у вас сверху. В 2014-м биткоин преодолел даунтренд RSI на отметке примерно $350.
Это не оказалось точно дном, но с этого момента мы выросли примерно на 6000% в течение многолетней фазы роста. Аналогично произошло и в 2019. Мы пробили даунтренд RSI примерно на 3500, что привело нас к последующей фазе роста в 1800%. А теперь, в 2023 году, биткоин пытается сделать то же самое. Так каким образом мы можем узнать, что пробой даунтренда RSI подтвержден? Умение читать рынок – это ключевое. И в большинстве случаев настоящий пробой связан с реакцией на рынке. И мы пытаемся отыскать реакцию рынка, которая бы стала подтверждением согласия рынка, что RSI преодолен. На графике биткоина на недельном таймфрейме мы видим, что даунтренд RSI продолжительностью в 2 года был преодолен, всего чуть-чуть. Но мы еще не видели реакцию рынка и пампа цены выше данного даунтренда. И сейчас я ожидаю преодоления предыдущей вершины на даунтренде RSI, чтобы образовался первый восходящий верх за 2 года. И это станет подтверждением классического сигнала для биткоина, что новая фаза роста началась. Но это не значит, что мы немедленно перейдем к безумному бычьему рынку. Но это может означать, что биткоин развернулся на долгую дорогу восстановления, начав по ней путь. Это, конечно, очень бычий макросигнал. Посмотрите, сколько раз мы тестировали его как сопротивление, и вот сейчас случается пробой. За ним может последовать очень сильное движение наверх. Потом, опять же, еще один знак в пользу того, что мы действительно, вероятно, достигли дна, это акции MicroStrategy, которые упали, в принципе, туда же, где и валялись долгие годы, как вы можете посмотреть на недельном таймфрейме с 2000 года. Еще с пузыря доткомов акции MicroStrategy валялись в этом накопительном канале. И, как мы можем видеть, весь этот пузырь, связанный с ростом биткоина позапрошлом году и их инвестициями в биткоин, соответственно, как вы можете видеть, этот пузырь уже или полностью, или практически полностью сдулся. Вот у нас тут такое двойное дно вырисовывается интересное. Так что теоретически да, мы можем прямо отсюда отскочить, вероятно. Так что, друзья мои, конечно же, в долгую, отдаляясь, мы с вами понимаем, что это все дело надо накапливать и держать, и вообще не продавать в ближайшие годы. Но как трейдеры, опять же, краткосрочно, среднесрочно точнее, вот отскок примерно вот к верхней границе сетки EMA Ribbon на недельном таймфрейме, это практически гарантия, ребята, это 26 тысяч долларов. Но на самом деле это ни о чем, потому что статистически мы пробиваемся выше сетки, как вы можете видеть. Даже в моменты отскоков. Соответственно, цели, грубо говоря, 30-40 тысяч долларов – это супер среднестатистические цели сейчас, ребята. А это, как вы понимаете, без малого 2 икса, а с плечом на бирже это и все там 10 иксов. Поэтому, ребят, сейчас время возможностей. Пользуйтесь им. Будьте осторожны, торгуйте с холодной головой. Ставьте лайк этому видео, если вам зашло. Подписывайтесь к нам на канал обязательно. Жмите на колокольчик. Подписывайтесь к нам в Телеграм обязательно. И увидимся скоро. Пока. We'll be right back.